Православный календарь. Седмица третья по Пятидесятнице. Петров пост. 1 июля, понедельник, день Боголюбской иконы Божией Матери. 2 июля, вторник, день святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, чудотворца. 3 июля, среда, день священномученика Мефодия, епископа Потарского. 4 июля, четверг, день обретения мощей преподобного Максима Грека. 5 июля, пятница, день священномученика Евсевия, епископа Самосадского. 6 июля, суббота, день Владимирской иконы Божией Матери. 7 июля, воскресенье, Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. 1 Добро ТВ желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе.